были укропов. Успел убежать, убежали, кто не успел, как говорится, извините. Вот видно, что по этим позициям ВСУ очень активно работала российская артиллерия. Они также отсюда отступили. Видно, что здесь очень серьезно были вырыты оборонные укрепления. И, как говорят местные бойцы наши, им это для этого им надо один день. Вот у нас спецназ «Ахмат». Самый интернациональный спецназ, самый достойный, самый серьезный спецназ. Вот там. Не, реально, как кроты копают. Копают, как кроты. Потому что тут даже не так вам надо, вот, да, вот так, даже вот сюда вот надо, да, да, потому что у нас получается, мы... Они могут быть не трусами, считать себя не трусами, но факт заключается в том, что умирать они не хотят. А мы умеем делать так, чтобы они умирали, если они задерживаются на своих позициях. Поэтому они предпочитают убегать, бегают быстро. Где бы, в каком подразделении они ни находились, они являются войском АИСы, которое воюет против войска дьявола. Спецназ «Ахмат» – это и есть войско Иисуса, АИСы, алейхиссалам, которое, этот, и войско это, и этот спецназ «Ахмат» воюют против чего? Против кого? Мы воюем против сатанистов. Мы воюем против сатаны. Сами откуда? С Ростовской области. С Астрахани. Веселовский район. За какой-то клочок земли. Это неправда. Мы воюем за то, чтобы духовные ценности, которые нам ниспосланы Всевышним, они оставались там, где должны быть. Дела? Нормально. Нормально? Самое главное, чтобы у вас все было нормально. Всем передаем огромный привет. И всем говорим, что мы обязательно выиграем. Пусть никто не сомневается, это вопрос однозначный.